Ребята, всем привет! Сегодня мы снова на реке, будем ловить головля. Остались у меня остатки майского жука, попробуем на него, на корку хлеба и на воблера. Вот, сейчас июнь, лето в полном разгаре, так что посмотрим, как ловится голавль летом. Все, погнали! Пробка в обратку попадает. Оп, поклевка. Поклевка. Блин, была ж поклевка. Не понял. Да, поклевка была. Не засекся. Ух ты, прям на струе, оказывается, стоит. Кстати, по поводу того, где искать крупного головля летом. Излюбленные летние стоянки головля – это рядом с берегом, под нависшими над водой ветками. Хорошо, если рядом проходит сильное течение, ищем рядом затяжки. Вот в этих затяжках, тенечке, он стоит и ждет, пока, когда к нему приплывет корм. Бля, поклевка. Да, поклевка. Да. Ну, по-моему, не крупное что-то. Такой головлик неплохой, красивый. Расскажу, как летом ловить на майского жука. Сейчас уже июнь. Вот, майский жук уже не летает, его уже нет. Я запас его еще в мае наловил. Делается, берется контейнер, делается в нем отверстие в крышке, чтобы жук мог дышать. Складываем туда жука и ложим в холодильник. Вот, жук засыпает и хранится очень долго. Приезжаешь на рыбалку, он оживает. Снова просыпается. Но сейчас уже он у меня хранится уже очень долго, больше месяца. Сейчас он уже не просыпается, он уже походу сдох. Но все равно еще вполне себе презентабельно выглядит. И в принципе на него голавр клюет. Так что берите на вооружение. По поводу снасти. Я ловлю на пробку. Я уже неоднократно рассказывал, как эта снасть делается. Есть у меня видео отдельное, как их сделать. Можете посмотреть. В общем-то, достаточно уловистая снасть. Уже не один десяток головлей поймал на нее. Поэтому тоже рекомендую. Пробку потерял. А, кто-то его дербанил. Кто-то головля дербанил жука. Я просто не видел. Поклевка. Да. Ух ты, ёшки. Вот это что-то хорошее. Прям под самыми ветками стоял. Под бережком. Вот это уже хороший головлик. Бастик. Подписывайся на канал. Вот это адреналина я хапнул. Смотрите какой. Красавец. Да. Кило 100. Гляньте, какой красавчик. Так, кто-то у меня тут жука съел. Надо проверить, кто это был. Все-таки это не то место, где должен стоять крупный голавль. Или смотреть, что там ниже. Ну, там тоже интересное местечко. прям между веточек закинул. Голавль сегодня какой-то неактивный, честно говоря. Опа, поклевка, поклевка. Блин, прозевал. Я чувствовал, что за этой веткой должен стоять голавль. Он стоял. Клюнул, но, похоже, укололся. Не успел я его подсечь, выплюнул, засранец. У нас тут прошли сильные дожди, уровень воды повысился, рельеф изменился. Теперь стоянки голавлей надо еще поискать. Здесь уже идет сужение, появляется течение, да? Тут уже места поинтереснее. Таких прям свисающих веток не так уж и много. Либо их притопило, и они опустились в воду. Жуком ловить. Много травы по поверхности плывет. Жук запутывается в этой траве. Маловероятно, что голавль его заметит. Попробовать здесь можно на воблера. Попробуем воблерки. Опа! Кто это? Окунек. Бешеный матрос. Блин, на все три жала тройника попался. Вот это ты пасть разявил. Ну что, ребят, ловил сегодня голавля на майского жука, на корку хлеба и на воблеры. На корку хлеба не поймал я ничего, на воблеры поймал небольшого окушка, а на майского жука поймал трофейного голавля. Так что майский жук рулит даже летом. На этом у меня все. Всем счастливо, всем пока!